Привет, друзья, с вами Маркович, и мы продолжаем играть в игру под названием Raft – Выживание на плоту. Я тут немножечко за кадром, собственно, поднастроил наш плот, он стал еще немножечко больше, ну, в общем-то, сделал такую платформу ровненькую. А, там плот, равномерно, ну да ладно, там, что-то, скорее всего, на него ничего интересного нету. Вот, собственно, половил рыбки немножечко, попил водички, теперь хотя бы себя чувствуем хорошо и, можно сказать, практически в безопасности. Уже даже ничего не выращиваю здесь, поскольку у нас, ну вот, дофига уже свеклы, картохи. Кстати, я тут себе скрафтил еще топорик, ага, и высаживался на один из островов, мимо которого проплывал на самом деле, и срубил там пальму им. Ну, в общем-то, что-то с нее упало. Парочку кокосов, которые я спорол уже удачно, в общем-то, семя пальмы, которым потом сложно, я так понимаю, посадить, да и, в общем-то, несколько пальм. Листов. Все, там выше я уже не смог подняться, потому что, ну, явно нужен второй этаж для этого был. Вот, давайте, знаете, что сейчас хочу скрафтить? Я хочу скрафтить сейчас себе одноразовый пока что еще... Где он там был-то, господи? Вспомнить бы, где ты был, дорогой человек. Во, разовый якорь хотя бы скрафтим. А, не, нифига не скрафтим, потому что у нас что, нет веревки, правильно. Веревку мы, в принципе, можем сделать из листьев, но ее будет все равно не так много. А нам хватит, во. У нас будет разовый якорь, если что, мы с вами вдруг что-то такое заметим, прям вау-вау-вау, экстраординарное, мы с вами, конечно же, сразу прицепимся и вообще попробуем подплыть ближе к нему, благо у нас с вами есть парус, при помощи которого мы с вами управляем движением нашего плота. Можно повернуть туда, можно повернуть сюда, и, в принципе, в ту сторону он более-менее будет и плыть. Ну, как видите, можно даже судить по направлению вот этих вот линий водных, скажем так, да, немножечко, видите, вбок они идут, а не прямо. Можно его сворачивать, если он нам не нужен, тогда мы будем с вами немножечко медленнее плыть, соответственно, ну, как бы, очень даже все хорошо. Чайки вот эти, заразы, которые, да, летают, они, бывают, сажаются на эти пассивы и начинают их клевать, но тогда, кстати говоря, это тоже считается плюс еда практически всегда, потому что можно к ним подбежать и сделать вот так вот, и у нас... На этом гриле нашим замечательным очутится немножечко чайковых ножек, скажем так, да? Почти что сказал, что куриные, но нет, не куриные. Давай, эй, ну доставайся. Эй, пс. О, все, погнали. Вижу бочку прямо по курсу, капитан. Надо прям плыть к ней. Ну и, как видите, конечно же, я сделал на весь прям борт, собственно, эти ловушки. Из сети прям вот просто так ходишь, собираешь кучу-кучу всего, и не нужно практически вообще париться. Но единственное, что, опять же, крюк, он нужен для того, чтобы поймать разве что бочку, проплывающую заразы мимо, а не прям в той сети. Но вот это вроде прям плывет к нам, поэтому даже париться сильно не буду. Единственное, что можно даже подправить немножко движение, чтобы наверняка она к нам попала в сети, в общем-то, и все. Ну и так, знаете, как-то расположил все более-менее в ряд, чтобы это не мешалось под ногами, мы спокойно здесь могли с вами бегать. Давай, бочечка, давай. Опачки, опаньки, что там у нас есть? Опять свекла, ну, короче, куча всего. Ну и таким макаром просто потихонечку все собирается у нас, в общем-то, куча ресурсов. Единственное, что, да, беда немножечко бывает с пальмовыми листьями, но я думаю, мы это решим, когда у нас будут пальмы там расти и все в таком духе, в принципе. Так, давайте сразу веревочку тоже понаделаем, во. Так, отсюда. Нужно еще, короче, отдельные ящики сейчас буду делать для каждого вида ресурсов. Ну, потому что реально сейчас чего-то становится очень много, и знаете, как-то... Как-то вот это вот все немножко мешаться начинает, бывает в инвентаре, а мы там лучше будем уже по мере надобности брать. Здесь я сложил, в принципе... А, ну еще перья есть, кстати говоря, да, у нас еще и перья есть, в принципе. Так, здесь у нас цветки всякие растут. Я не знаю, может, цветки тоже переставить куда-нибудь сюда, что он там будет. Зачем здесь цветки нужны, не знаю. Так, здесь у нас что, здесь у нас... А, ну здесь у нас еда будет, как бы. Давайте, кстати, попьем немножко, наверное, я думаю, да? Оп, сразу нальем туда... соленой воды, и здесь у нас готов кусочек акулы, который мы опять второй раз убил, кстати говоря. Вот, но пока такое дело. Чем сегодня будем с вами заниматься, друзья мои? У меня есть такая небольшая задумочка по поводу вот этого вот всего добра на самом деле. Я хочу кое-что попробовать сделать, чтобы... тихо, тихо, бочка. Пожалуйста, зараза, не зацепилась, прикиньте. Давай. Проворонил бочку, ну и ладно, хрен с тобой. А, вот еще одна плывет прямо в наши руки, и там еще вторая. И, короче говоря, вообще все просто идеально. Так вот, о чем это я? Я говорю к тому, что хочу кое-что сделать, попробовать. Для этого нам нужно будет очень много материалов. Ну, в принципе, я думаю, сейчас мы их насобираем. Ну, в основном-то, конечно, нужны будут доски и пластик. У нас вроде бы этого добра, в принципе, много. Да, что пластик, что досок. Я хочу, чтобы акулы сразу у нас не хватало за бока, скажем так, да? Назовем это так. Сделать здесь, попробовать бортики. Я видел, так, где они там были-то? Молоток, кажется, нужен, да? Молоток, и вот здесь... Так, где оно было? Надо вспоминать теперь, подождите-ка. Во! Половина деревянной стены. Я хочу вот так поставить, и мне вот интересно потестить, будет ли акула тогда хватать эти части. Возможно, что не будет. И вообще... Ой, сколько там бочек-то. Ё-моё. Ой, только зацените. Ой-ой-ой, как жадничаю, ой, как жадничаю. Так, давай, бочка, иди ко мне в руки сразу. Давай, нам нужно все поймать. Так, сейчас, парус.
Парус, давай туда, вот туда, вот туда, вот так прям. Вот так плыви, вот так, давай. О, так, бочка есть. Давай, 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 родимая. Давай, прям к нам плывет. Ай, хорошо, ай, замечательно. Не, ну бочки как бы зачем упускать, да, когда можно не упускать. Как бы логично. Там еще две бочки, ой, божечки. Сейчас мы их все поймаем. Смотрите, смотрите, мое мастерское управление парусом просто покорит все бочки. Давай, ну ты к нам плывешь, там еще две бочки. Нужно к ним, давай, 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 к нам. Опа. Ай, молодец. Все, вот туда прям. Вот туда плывем. Давай максимально вот так даже сделаем. Вот так, мы должны успеть к ним. Блин, если даже не успеем при помощи паруса, нужно будет успевать вручную как-то поймать их. Нет, там далековато, да, слишком, слушайте. Ну ладно, тебя поймаем, давай. Оп, к нам иди, ага. Так, давай здесь тоже повытаскиваем всего. Тут бочечка, оп, оп, ой, сколько всего, это жесть. Ну там, успеваем, успеваем, давай, 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 близко, близко к бочке, близко. Давай, кидаем, так, аккуратненько. Опа, есть контакт, а, видали? Мастерство, блин, не пропьешь. Так. Да. Ах ты ж говна кусок, вот только отвлекся, да? Вот, типа, морда твоя наглая, держи тебе, на тебе. А, вот это вообще не клево. Вот это вообще не круто. Так, сразу новое, ну ладно, сломал и хрен с тобой, в общем-то, нам как бы новое не составит труда построить. Давай, чик, готово. Так, где там бочка? Где там бочечка? Так, к нам иди, давай, давай, давай. Чик, оп, все. Огонь, огонь. Можно, думаю, продолжать дальше прямо плыть. Уже все нормально. Давай вот так немножечко наискосок сделаем, ну, чуть-чуть. Так, тихо там мне, гребаная курица. Так, ладно, давай соберем здесь все, что у нас нападало. Мне кажется, уже уйма всего у нас в инвентаре, да, лежит? Да, до хера всего нужно переложить, мне кажется, сюда. Так, чик. Доски, листья. Из листья давай сразу сделаем за веревки, я думаю. Угу, побольше веревочек. Так, картох тоже иди сюда. Так, у нас здесь пластик уже в руках валяется. Все, я думаю, можно потихонечку начинать строить. Короче, я хочу такую штуку сделать. Как бы я, наверное, больше по размерам плот особо сильно делать не буду. В принципе, нахера мне на одного такой огромный, да? Я там буду бегать, прыгать, тем второй этаж, тем более у нас будет есть местечко, где, собственно, разжиться чем, да? Поэтому... А, давайте прикинем сначала, знаете что? Какова будет лестница вообще по размерам, если лесенку делать на второй этаж? Так, такая там половина лестницы, стремянка. Стремянка, лол, что? А, ну это просто такая обычная лесенка, я понял, нет. Нужны гвозди, да, будут? Но гвозди мы с вами сделаем, если что. У нас гвоздей вообще нету. Я понял, гвоздей нету, хорошо. Ой-ой-ой, куда выкинул-то? Гвоздей нет, ладно. Тогда у нас... А, ну мы гвозди сейчас сделаем, смотрите. Смотрите, мы сейчас гвозди с вами сделаем, нормально. Гвозди у нас делаются из вот этого. Во. Во, 20 гвоздей, держи тебе. Прям до хера гвоздей. Так, тихо-тихо, я тебя вижу, падла, иди сюда. Иди сюда. Зараза, жалко копью никак в глаз прям не кинуть, а? Так, вот, короче говоря... Делать второй этаж будем, но прежде чем вообще будем делать второй этаж, на самом-то деле, я хочу сделать то, что я задумал сделать. Я задумал я примерно следующее. Я хочу вот так по всему периметру, грубо говоря, сделать вот здесь, да, вот такие сети. Придется где-то один квадратик, наверное, нам с вами... Хотя... Ну да, мы вот здесь сделаем квадратик, получается. По квадратику с каждой стороны слежу за тобой. Вот. Тут везде будут сети, как бы, понимаете. Везде, да, все будет ловиться. Какой бы стороны, короче, мы с вами не поплывем, у нас всегда будут сети, с одной стороны. Поэтому, даже если мы что-то будем задевать. Иди сюда. Сюда иди. Опа. Так, словил. Даже если мы что-то будем с вами задевать, и нас будет крутить, то, в принципе, мы повернемся той стороной, где у нас будут сети. Да иди ты в баню отсюда. И по этому поводу, я думаю, может быть, есть смысл немножко расширить борт еще вот сюда. В принципе, на... Ну вот почему? Почему он не хочет ее херачить? Зараза такая. Поэтому, я думаю, нам, может быть, немножко расширить стоит вот сюда еще, в принципе, да? Хотя бы даже, ну, не совсем квадратный его сделать, но на, допустим, там, на одну, не знаю, клеточку еще вот так давайте расширим. Сейчас все материалы, блин, потратим с вами, ну ладно. Будет немножечко побольше у нас плот. Парус, наверное, оставим как есть. Либо потом на второй этаж поднимем его, в принципе. Будем стараться, конечно, этим бортом плыть вот туда. И здесь я хочу сделать вот так. Смотрите, сейчас получается... Давайте пособираем, что тут у нас есть еще. Сделаю сейчас здесь, да, вот так хочу сделать. Собственно, оно будет нормально держаться. Да, да-да-да, огонь, огонь, огонь. Здесь сейчас тоже поставим с вами сетки. Здесь с вами сетки поставим, там с вами сетки поставим. И как бы еще один ряд вот таких поставим. И уже на этом ряду мы с вами будем делать бортики маленькие. Вы же понимаете, да? Маленькие бортики, вот такие, как я хотел сейчас, где-то, во. Вот так.
сделать, и я хочу посмотреть, не будет ли кусаться туда акула. Возможно, это нас... Ой, здесь я зря поставил. Возможно, не будет, но это будет вообще клево. Так, здесь уберем явно. Нужно следить сейчас за бортами, чтобы там акула зараз где не цепанула нас. А еще нужно попить немножко, я думаю, да? Конечно, будет тяжеловато немножко за водой бегать, но мы всегда с вами можем как-нибудь пол один сломать и типа сделать себе колодец, а-ля, знаете? Так, а мы можем подожди сейчас секунду? Секунду. Так. Давайте досочек добавим. Так, у нас там есть что покушать? Нет, давайте акулку пожарим пока. А, есть. Ну, в любом случае будем жарить. Так, доску положим, давайте. Вот так по периметру я хочу сделать. В принципе, это вроде как нам не мешает, чтобы прыгать, если что. Да. Единственное, что мы с вами... Да давай, ты умри. Единственное, что это будет мешать нам с вами залезть, но мы где-нибудь с вами оставим местечко. Возможно, знаете, возможно, дверь сделаем какую-нибудь или что-нибудь типа того. Но принцип будет у нас вот такой. Там плот, можно к нему подплыть, там остров. Это даже не остров, давайте к плоту. Давайте к плоту попробуем поплыть сейчас. Блин, надо поспать, короче. Ладно, пойдемте спать тогда. Сейчас очухиваемся, плота нет, да? Не, есть, слушайте, отлично. На том же месте как будто бы поспали. Ой-ой-ой, как есть хочется. Ё-каламане, что-то я как-то прозевал этот момент. Тихо-тихо, друг, сейчас поешь. Да иди в сраку, акула. Господи, долбаная акула, отвали, отвали. Не кусай мою эту хрень, она дорогая очень. Скотина. Вот скотина какая, а? Там еще и досочка лежала. Нужно кушать вовремя, потому что... Нужно, потому что вовремя кушать. Ну, короче, вот таким образом защититься как бы от акулы получается, да? Блин, и... Черт. Стоп. Так. Сюда. Давай. Так, что у нас здесь? Нет, нихера. Как там забраться? Быстрее. Оп. Так. О. Ну, почти, блин, почти, давай. Ху, забрались. Ха, акула выкусила. Не успела цапнуть меня за задницу, так-то? Будешь знать. Все, погнали. Вот туда. Там бочечка плывет. Черт, нужно восстанавливать теперь эту одну хрень. Из-за долбанной акулы, ладно. Достаточно дорогая. Слышь, акула, эти хрени достаточно дорогие, поэтому не трогай их, пожалуйста. Кусайся вот с этой стороны где-нибудь, где обычные части. Так, ладненько. В общем, короче, такой план капкан у меня. Не знаю, как это вообще... Будет работать, не будет работать. Надеюсь, что будет. Но благо, что по этим штукам можно ходить, типа, как будто бы части целые. Плюс они еще и ловят все на свете, поэтому здорово. Я вообще подумаю, может быть, здесь даже эту часть не делать. Квадратный такой. Хотя, с другой стороны, что нет? Сейчас, дайте-ка. Так, нужно вот эту штуку. То есть, здесь мы, в принципе, будем с вами выбирать. С другой стороны, мне кажется, я могу здесь тоже сеть сделать. Не буду сеть делать, типа, знаете, это уже совсем будет. Вот, и получается, у нас как бы сейчас здесь тоже пойдут сетки. Пойдут сетки. Здесь, я думаю, я сделаю вот так. Такую часть. И как-то так, собственно, мы будем плыть и ловить все здесь под себя, собирать потихонечку. И, наверное, вот такой плот у нас и будет с вами получаться. Сейчас, конечно, немножко сложновато будет уследить за акулой, потому что он очень большой, но, тем не менее... В принципе, весьма реально, я думаю. Ну и можно особо не париться, опять же, за материалы, потому что они сами себе сейчас будут плыть туда, куда нужно плыть. Давайте свеклу сожрем. Ой, так мало устанавливает, если сырая жесть вообще какая-то. Ну ладно. Так, досочки давайте положим. Тут что-то там нифига не делаешь. Так, давайте теперь посмотрим, что у нас там еще. В принципе, здесь есть. В принципе, здесь есть средняя грядка. Давайте научимся делать среднюю грядку. Стол. Так. А нам нужны для пальмы всякие штуки, да? Для пальмы и прочей хрени эти нужны. Что-то мы с вами еще не изучили. Ой, нам надо с вами сделать сухой кирпич. Плавильню бы сделать, слушайте. Для этого нужен сухой кирпич. Не очень впечатляет. А как нам сделать сухой кирпич? Шарнир, ебана мать. Это, наверное, где-то здесь можно делать? Подождите. Мы только можем мокрый делать. Ой-ой-ой, какие волны-то поднимаются. Едрите налево, плотик, держись. Плотик. Живи. Давай я, наверное, пару соберу пока. Если, конечно, это вообще влияет на это. Мне кажется, не влияет, но ладно. На всякий пожарный. Пару соберу. Короче говоря, вот такие вот планы у нас на будущее с вами. Давай пожрем, короче. Сейчас акула, блин, закончится. Ну ничего, мы с вами рыбу половим вместе, чтобы это нормально будет. Пресной воды попить давай, конечно же. Сразу упреснить. Вот опреснитель бы нормально построить. Было бы вообще топово. Так, наживка для акулы, чтобы акула, так понимаю, ловить. Ну это такое. Мокрый кирпич. Песок и глина. У нас этого нет. Нам нужна, скорее всего, лопата, так подозреваю, да? У нас есть весло, есть топор, но нет лопаты. Лопату мы с вами вообще можем здесь сделать? Ну-ка. Я думаю, что можем.
Я думаю, что можем так-то, чё нет? Чё бы нет-то, да? Так, подожди. Лопаты. Ну, нужны шарниры, блин, а где чертовы шарниры делаются? Где эти чертовы шарниры, подожди? Я чё, тут такой список, конечно, большой, не очень удобно, на самом деле, но... Так, удочка, он какая-то там суперская, короче, все всякие хреновины с морковины, так. Шарнир, во. Железный слит. Короче, нам с вами нужно сделать плавильню, я так понимаю, в любом случае, да? Чтобы сделать плавильню, нужно где-то сухой кирпич. Но мы можем сделать мокрый, для этого нужен песок. Это, скорее всего, нужно на острова плыть. Там бочка плыла мимо, ну ладно, ничего страшного, нормально. Ухоу, ухоу, что-то вода прям поднимается, ты видал, как наш... Нихера нас шатает. Охереть. Жесть какая, стрём-то какой. Ужас, надеюсь, что все нормально будет с нами. Ладно, давайте откроем парус, я думаю, ничего страшного не станет. Давай. Чик, все, погнали быстрее. Там он и бочки, и прочей ерунды больше набьется, да, и быстрее. И чем будем так просто с вами плыть. О, нормальная тема. Чик-чик-чик-чик-чик. Все, огонь. Огонь, хорошо. Мне это нравится. Ну и потихоньку давайте делать тогда. Сейчас начнем, наверное, с этого края, раз уж здесь начали. Будем потихоньку застраивать. Нам не хватит нифига пальмовых листов. С ними очень все плохо. С ними очень все плохо. Так, ну давайте здесь поставим. Мне уже кажется, мне уже мерещится, что акула где-то цапает, да? Уже все, паранойя пошла, нормальная тема. Так, давай здесь вот так поставим. Берем, значит, эту хрень. Так, ставим так. Типа, ну и вот так получается, да? Попрет она раз, 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 во. Она в любом случае сейчас будет, если цапать, то будет цапать вот эти части, как бы. Поэтому нормальная тема, если вдруг что... Если вдруг что. Здесь тоже будет сейчас куча их сделать, короче говоря. Ой, жуть какая-то. Просто уйма, уйма, уйма всего. Здесь тоже давайте. Так, части так сделаем. Чик. Часть команды, часть корабля, как говорится, да? Ну да, не зря что говорится. Так, все, и здесь давайте сейчас тоже сразу тогда сделаем до конца, я думаю. Так, чик, 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 чик. Оп. Все. В принципе, у нас передок, можно сказать, готов, кроме, естественно, бортика. Ну, бортик давайте можно забабахать. Так. Оп, оп, оп. Оп, 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 оп. Оп, и досочки кончились. Слушайте, вот это уже печально. Вот это уже печально. Ну ладно, ничего, сейчас мы тут пособираем что-нибудь. Ой, туда залипает. Слушайте, везде залипает, это клево. Везде залипает, это прям здорово. Мне прям нравится. Так, ну досочки нам нужны как бы и сюда, если что, поэтому... С этим может быть большая проблемка, да? С этим может быть небольшая проблемка. Так, давай здесь попить надо тоже тебе, я думаю, да? Оп, сразу наберем воды. Слушайте, так громко что-то, мне кажется, игра. Да, ну так, сделать ее как-то. Так, ну здесь потихонечку забиваться будет, только совсем, правда, потихонечку. Я рассчитывал на нечто большее, конечно же, но ладно. Хоть так тоже неплохо. Так тоже неплохо. Потом мы с вами здесь сделаем, я думаю, подъем на второй этаж тогда. Если здесь бортик будет, да? Здесь можно сделать подъем на второй этаж будет. Так, вот такой. Вот такой вот. Вот так, наверное, сделаем. Тихо, тихо, иди нахер. Иди нахер. Да тебе говорю. Сейчас как в глаз тебя заткну. Вот так все. Сдохни. Сдохла? Не сдохла, зараза, черт. Ладно, с третьего раза, по-моему, сдохнет, если не ошибаюсь. Так, давай зачиним. Зачиним, вернее, все зачинили, отличненько. А, досочки. Досочки, иди сюда, пожалуйста, мне нужны досочки. Я даже зацепил, ну ладно. Одна тоже неплохо. Это все лучше, да? Все лучше, чем ничего, поэтому норм. Так, о, пальмовые листики. Спасибо большое. Спасибо. Это мне пригодится обязательно. Я думаю, сейчас попробуем с вами сделать еще. Давайте. Так. Тркс. Не хватит, да? Да что ж так много веревки-то нужно, слушайте. Ужас какой-то. Очень много веревки надо. Прямо это жесть какая-то. Сплошная веревка нужна. Ну ничего, ничего, мы сейчас с вами пособираем и сделаем. Я тут, короче говоря, опреснитель еще, фильтр какой-то, улучшенный опреснитель. Можете считать несколько, но тут нужно стекло, блин. А помните, или мне кажется, что мы где-то находили с вами стекло-то. Но, скорее всего, мы, наверное, выкинули его, да? Потому что такой, типа, стекло, когда оно нам еще пригодится? Да, не нужно спать. Когда оно нам еще пригодится? И такой, эй, до свидания, да, стекло? Скорее всего, так и было. Скорее всего, так и было, поэтому, блин, отстой. Так, ну ладно, будем дальше бегать, собирать, что нам еще остается делать-то, в общем-то. Нужно попить, блин, поесть. Опять начинается тут возня сейчас с питьем, с едой. Так, а что там, воды, что ли, нет? Серьезно? Да ты гонишь. Так, наполни соленой водой, давай.
А, все нормально, господи, боже мой. Блин, до меня доперло. Она типа испаряется и по листочку вот сюда выливается. Я что-то не обратил внимания, что здесь вода-то была. Вот оно что. Вот оно что. Нормальная тема. Нормальная тема. Давай так. Так, что у нас здесь? Мясо готовься. Это, кстати, по-моему, последнее мяско, которое у нас с вами есть. Есть какая-то огромная рыба, которую никак не положить сюда, да? Поэтому нужно будет как-то исхитриться с этим всем. Так, ну а пока мы с вами... Где там эти штуковины? Давайте наделаем. Все, сейчас, по идее, можно будет еще одну сделать. Во, погнали ее сюда. Примонстрящим, да? Я думаю, да, вот так. Чик. Угу. Так. И нам опять... А, нет, не то. Вот эта штука надо. Нам опять с вами не хватает досок. Не хватает ничего на свете нам с вами. Ну и ладно, нормально, разберемся. Так, во, тут поналипло немножко, пока мы с вами там бегали, что-то делали, да? Досочки, досочки. Здесь есть что-нибудь? Не уплывай, пожалуйста. Вот жаль, в обратную сторону не особо уплывешь, потому что, типа, вроде как ветер, конечно, есть. Да иди ко мне тут, господи, в карман. Давай, 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 давай. Опа, есть контакт, так, хорошо. Там есть плот, вижу, давайте к нему сплаваем. Может быть, там в ящике что-то будет у него. Что-нибудь в ящике, так давай повернем еще вот так побольше, да, я думаю. Чтоб вообще вот так плыть туда, в ту сторону. Ну, в принципе, да. Вроде бы. Так, бочечка. Вижу, 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 вижу. Бочечка, иди сюда. Давай. Ах ты же, как так вышло-то? Неловко что. О, нормально. Чпоньк. Все, хорош. В принципе, мы с вами сейчас должны. Можем уже такой бортик дополнительный, запасной, скажем, сделать. Там остров. Там остров, остров, остров. А это значит, что мы сейчас с вами будем на него высаживаться. И надо будет только подготовить сразу якорь. Давайте сюда куда-нибудь кину. Не, кину куда-нибудь сюда, вот посередке, типа. Чик, все. Так, давай, 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 родимая, давай, родимая. Вот туда. Вот туда плыви. Там. Там счастье. Там счастье наше с тобой. Давай. Давай так чуть-чуть тебя сюда подправим. Ага. Вижу, 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 вижу. Так, давай, 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 давай. Опа-на. Стоять. Стоять. Ах ты, говно какое, а. А ну иди нахер отсюда. Иди нахер с моего плота. Иди нахер с моего плота, скотина какая, а. Вот же скотина. Ладно, хрен с ней. Так, ну мы здесь вроде как близко. Сейчас, давай. Блин, не допрыгнул ни хера. Быстрее, пожалуйста, пожалуйста. Так, 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 нам наверх, нам наверх, нам наверх. Чик. Во, вот это я понимаю. Вот это я понимаю, лут. Так, все, 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 нормально, нормально. Оп, на месте. Сразу собираем здесь. Господи, идеально. Мне кажется, нам с вами можно поспать, на самом деле, раз там уже такой... Блин, ну так кто не типично. Закат, все дела. О, какой остров интересный. Слушайте, нам нужно... Ой, там доски еще. Ой, эти бочки, в смысле. Вот туда поплыли. Да, иди нахер. Иди нахер, ты плавучая скотина. Так, мы, интересно, сможем так отплыть его или нет? Вроде вроде плывем потихоньку, да? Вроде плывем. Ну вот видите, таким образом мы хотя бы даже этими штуками защищаем, собственно, изначально наши вот эти вот ловушки для всякого лута. Поэтому нормальная тема, я думаю. Так, ну мы вроде плывем. Блин, бочки, там три бочки плывет, но мы к ним вообще никак не подплывем, вообще никак. Вообще вот никак. Хоть как парус выверни, не получится. Жаль, жаль. Блин, он такой высокий, слушайте. Мне кажется, мы на него не заберемся даже. Вообще не заберемся, так что можно якорь не кидать. Но сейчас поближе подплывем, посмотрим. Иди сюда. Сейчас, давайте с той стороны. Блин, я надеюсь, мы не врежемся. Я не хочу сейчас менять направление. Так, тихо, 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 подожди, 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 давай. Давай еще вот так вообще сделаем. Ой-ой-ой, это я зря, это я зря. Так, сейчас, 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 нормально. Бочки так рядом были? Да ладно, серьезно? Капец. Вот я не очень-то. Так. Хрен возьми, пират. Ну-ка, подожди. Давай, хоть одна. Ну, чуть-чуть не хватило. Ладно. Да, мне кажется, мы на него не заберемся. Можно вообще ничего не делать. Тут как бы и ежу понятно. Ну, ладно. Ну и ладно, типа. Погнали тогда отсюда нахер. В ту сторону куда-нибудь. Будет еще на нашей улице остров, скажем так, да? Мы так-то можем собирать водоросли, на самом деле. Стоять. Я что-то забыл про водоросли. Стоять, 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 стоять. Якорь пока тратить не буду. Сейчас вот так сделаю, просто бдык. Все, стоять. Стоять бояться, да? Пособираем, наверное, водоросли. Где чертова акула? Где чертова акула? Нахрен с ней. Давайте быстренько соберем. Да собирай же ты. Или все, здесь типа собрался, что ли? Здесь нихера не собирается, я понял, да? Вот эти можешь собрать. Нет? Все? Я тебя понял.
А, потерял, потерялся. Вот, все нормально. Фух. Так, хрен тебе, акула, где-то там есть. Поняла? Не достанешься. Не досталось тебе, вернее. Ну все, погнали дальше. Давайте сейчас поспим только, наверное. Блин, жрать хотим. Жрать хотим и пить хотим сейчас. Надо поесть. Надо поесть. О! О, железная. Нихера себе. Железная руда, зацените. Нормальная тема. Так, железная руда, это хорошо. Сейчас сразу здесь сделаем веревочки тогда немножко. Давай, прыкс. Угу. Водоросли пригодятся, и попить надо тоже. Да, есть что попить? Попить есть? Есть попить, отлично. Пьем, сразу заправляемся тогда. Так, ага, и едим акулку. Блин, нужно будет рыбу ловить. Либо жарить всякие картохи, но они еле-еле восполняют. Вообще ничего не восполняют, можно сказать. Прям вообще не исполняют. Но я знаю, что можно сделать с картохой. Ее можно высадить и приманивать таким образом чаек. И они такие типа кар-кар-кар, и мы такие херак, и вот мясо. Ну, вы понимаете, да? Понимаете, о чем я, конечно же, понимаете. Не, можно и так, конечно, хавать, типа он. Но он вообще еле-еле восполняет. Еле-еле. Такое себе. Давайте посадим, короче. Все. Чайки. Кыс-кыс-кыс-кыс-кыс, давайте-ка. У нас есть для вас лакомство, хотите? Хотите вкусной картошечки, росточков отведать? Конечно, хотите. Давайте. Идите к нам, все, можно поспать теперь спокойно. Чтоб светлее было с утра. Во, огонь. И куда-то весь лут пропал, да? Сколько там бочек, господи, все мимо проплывают. Да как так-то? Дорожка лутовая, вернись к нам, пожалуйста, прямо сюда. Спасибо большое тебе. Пока, остров. А ты иди нахер. Так, ну нам придется убрать. А, ну мы можем убрать, так-то что нет. Мы можем убрать. Опа, все готово. Хорош. Так, у нас тут есть водичка, если что нужно попить, кстати. Давайте так и сделаем. Болтых. О, огонь. Все, не, нормально, нормально, живем, живем. Живем, даже в принципе. Ой, что-то совсем пусто. Одна бочка, серьезно. Банк в смысле? Да вы гоните. Вы, блин, ров. А, вообще поплыл лут. Поплыл лут, отлично. Сейчас будем управлять движением только немножко плота, да? И все, будет огонь. Давай так чуть-чуть в сторонку поплывем. Ну, нормально, ровненько на них идем. Хорошо, сейчас зацепится. Посмотрим, что там в банках. Так, иди в жопу, акула. Ты слышишь меня? Это я тебе, да? Погнали строить тогда еще немножко здесь сейчас. Так. Так, так. В принципе-то вот так можно сделать, да? Не хватит сейчас. Ну да, уже все. Приплыли, блин. Приплыли. Приплыли, приплыли. Ну ладно, собирать надо, что делать. Собирать. Короче говоря, вот такая вот идейка у меня возникла. Я думаю, что, в принципе, весьма неплохая. Можно будет попробовать ее исполнить. Я думаю, нормально. Ёп! Нихера себе, зацените, это не работает. Это не работает. Это, блин, не работает. Не работает. Сдохни. Сдохла? Не, не сдохла. Да сколько ж можно-то? Она прям выплывает отсюда, прикиньте. Но все равно вот эти штуки, типа, изначально. Ладно, нормальная тема. Нормально. Это не работает так, как я хотел, так как, вернее, я думал, она будет работать. Но, тем не менее, это все равно спасает немножко. Чайка, 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 чайка. Че, вкусно тебе, мразь? Вкусно тебе? Ага. Все, плюс мясо и плюс крылья. Отлично. В смысле, перья. Не знаю, чем пока они нужны, но вот мясо — это вообще штука нормальная. Точно вам говорю. Так что, реально такие, знаете, ловушки для... Тихо. Ловушки для чая, короче, у нас есть. Опа. Бочечка, спасибо. Так что все равно сделаем здесь по всему бортику вот так эти зацепочки. Они в любом случае пригодятся. Ну а тут тогда, ладно, если акула себя дофига такая умная прямо, и прям выпрыгивает аж отсюда и кусает эту штуку, ну тогда ладно, что поделать. Но тем не менее мы сделаем так, и второй этаж уже тоже там будем с вами потом думать. Ладненько, друзья, давайте пока на этом с вами серию будем завершать. Всем большое спасибо за просмотр. Не забывайте ставить свои комментарии, нажимать на колокольчик. И мы с вами увидимся в следующей серии. Всем до скорого и пока-пока.